Status Quo, британская рок-группа, основанная бас-гитаристом Аланом Ланкастером и гитаристом Фрэнсисом Росси в 1962 году в Лондоне, Англия. Группа, с начала 1970-х годов, практически не меняющая стиль и исполняющая жесткий ритмичный рок-н-ролл с элементами ритм-энд, блюза и буги-вуги, начиная с 2005 года удерживает британский рекорд по количеству синглов, входивших в официальный чарт. 22 сингла группы входили в британскую десятку. Общий мировой тираж всех пластинок Status Quo составил 118 миллионов. Она 106 раз выступала в телепрограмме Top of the Pops, что также является рекордом по числу хит-альбомов. Status Quo уступают лишь Rolling Stones. Наивысшего успеха в хит-параде Status Quo добивались синглами Down Down in the Army Now и Rockin' All Over the World. 15 студийных альбомов имеют золотой статус, 4 из них поднимались в Британии на первое место. Группа остается популярной и сохраняет активность по сей день. 26 сентября 2008 года она выпустила сингл Jump the Track. В декабре 2008 года вышел 75-й британский сингл Status Quo It's Christmas Time. История группы. История Status Quo начинается с 1962 года, когда трое учеников Бекингемской школы Седж Хиллель, Фрэнсис Росси, Алан Ланкастер и Алан Ки собрались вместе и образовали ансамбль The Spectors. После того, как Алана Ки за органом заменит Джесс Джаворский, был приглашен ударник Барри Смит, квартет взял себе название The Scorpions. Затем переименовался в The Spectors и приступил к репетициям в зале местного военно-воздушного училища. Свой первый концерт группа дала в спортивном клубе Сэмюэла Джонса в Далвиче, Южный Лондон. В 1963 году место Барри Смита занял Джон Кофлан, до этого игравший в The Cadets. С этого момента ансамбль приступил к работе над собственным песенным материалом. В 1964 году в состав The Spectors пришел новый клавишник Рой Лайнс. Под руководством менеджера Пэта Барлоу группа перебазировалась в легендарное артистическое кафе на лондонской Фулхэм Роуд. В 1965 году группе удалось стать резидентами летней танцплощадки в курортном лагере Батлинс в Майнхеде. Здесь с участниками The Spectors познакомился Рик Парфит, игравший в группе The Highlights. Он близко сдружился с Росси, и оба решили, что обязательно будут сотрудничать в будущем. В 1966 году пленка группы с песней Либера и Столера и попала к антрепренеру Джону Шредеру, который 18 июля подписал группу к лейблу Piccadilly Records. Синглы и Herdy Gerdy Man и Wind Got Nothing Yet успеха не имели. В 1967 году Рик Парфит поссорился с собственными сестрами, игравшими в составе. Ушел из The Highlights и присоединился к Росси и его партнерам в качестве поющего ритм-гитариста. Квартет отправился в непрерывные гастроли. В качестве транспортного средства был использован фургон для развоза мороженого, заимствованный у Росси-старшего. Status Quo – первый успех. Вскоре настойчивость музыкантов стала приносить свои плоды. The Spectors, изменив название, сначала на Traffic, затем на Traffic Jam, выпустили сингл Almost But Not Quite Sure. После того, как и он не вошел в чарты, Traffic Jam в августе 1967 года сменили название на Status Quo. Менеджмент уговорил участников коллектива избрать в качестве основного направления психоделическое. Группа вышла в совместное турне с Madeline Bell и Tommy Quickly. Первый же сингл, выпущенный под новым названием Pictures of Matchstick Men, поднялся до 7 места в Британии, а вскоре добрался и до 12 места в США. Следующий, Black Veils of Melancholy, успеха не имел, но Is in the Sun, песня, написанная Ронни Скоттом и Марти Уайлдом, поднялась до 8 места, после чего последовало большое британское турне с Джином Питни. В 1968 году Status Quo выпустили дебютный альбом Pictures of Matchstick и Blue Messages from the Status Quo, в котором соединились элементы фрикбита и психоделического поп-рока. Группа, как отмечает Allmusic, явно старалась следовать экспериментам The Bee Gees и The Beatles того времени. Американский вариант назывался Messages from the Status Quo, значительно отличался от европейского, но также содержал оба хит-сингла, которые предопределили успех пластинки. За синглом Are You Growing Tired of Me Love последовал второй альбом Spare Parts, возможно, самый слабый в истории группы. Во многом провал был предопределен политикой лейбла Pye Records, который потребовал от Status Quo немедленного повторения того успеха, который имели в чартах два сингла из первой пластинки. Альбом оказался во всех отношениях неудачным
самые участники группы предприняли радикальный шаг к ужесточению звука. Заодно они избавились от психоделических сценических одеяний с оборочками, отрастили длинные волосы и облачились в джинсы, создав закрепившийся за ними на долгие годы имидж простых парней с добродушными ухмылками. В 1969 году гастрольным менеджером Status Quo стал Боб Янг. Вскоре он и в качестве соавтора приступил к работе над материалом для третьего альбома, а впоследствии стал важным творческим элементом в коллективе. С уходом клавишника Роя Лайнса, Status Quo стали чисто гитарной группой и в 1970 году сделали первый серьезный шаг в направлении хард-рока, выпустив третий альбом Макелис Грейзи Спун, из которого вышли два сингла «Down the Dustpipe» и «In Mechair». All Music Guide называет его самым недооцененным из ранних альбомов Status Quo, отмечая смелость, с какой группа порвала с психоделическими корнями, а также тот факт, что материал пластинки сформировал основу всего ее концертного репертуара первой половины 1970-х годов. Первая реакция на новый имидж и стиль Status Quo в Британии была неоднозначной, но очень скоро на концерты группы стала прибывать качественно новая аудитория. На нее и был ориентирован четвертый студийный альбом Dog of Two Heads, после которого некоторые музыкальные критики начали относить группу к хард-року и даже хэви-метал. Альбом ознаменовал окончательное формирование стены гитарного звука, упразднивший все прежние эксперименты в психоделии, и содержал как минимум два классических трека «Jordan Dula» и «Railroad», которые рецензент AMG называет сильнейшей вещью альбома. Сингл из альбома «Mean Girl» поднялся в Британии до 20 места. Отправившись в продолжительные гастроли, группа в 1972 году произвела фурор на двух фестивалях – Great Eastern Reading Festival, после чего подписала большой контракт с Vertigo Records. В 1973 году Status Quo впервые решили отказаться от услуг приглашенного продюсера. Записанный собственными усилиями альбом «Pilot River» был отмечен более живым звучанием. Уже через неделю после выхода он оказался на пятом месте в Британии, обеспечив группу хит-синглом «Paper Plane». Альбом «Hello», выдержанный в том же ключе, дебютировал на вершине британских чартов, ознаменовав пик популярности Status Quo. Одновременно в топ-5 вошел сингл «Caroline», композиция Росси Янга, сработанная по ставшему уже фирменным образцу. Неофициальным клавишником группы стал в это время Энди Баун, до этого игравший в Heart и Judas Jump. В записи альбома принял участие также саксофонист Стюарт Блендимер. В 1974 году группа провела успешное британское турне, завершившееся тремя аншлаговыми концертами на стадионе Вембли. Синглы «Break the Rules», «Down Down», «Roll Over Lee Down», «Rain», «Mystery Song» и «Wild Side of Life» закрепили успех. Два следующих альбома «On the Level» и «Blue for You» также один за другим вышли в Великобритании на первое место. Начиная с этого момента, Status Quo продолжали путь по инерции, пользуясь гигантским потенциалом своего универсального, многим понятного стиля. «Quo Life», записанный в «Apollo», был выпущен в 1977 году и поднялся в Британии до третьего места. За синглом «Rockin' All Over the World» последовал одноименный альбом, записанный с продюсером Пипом Уильямсом. С его материалом группа провела всемирное турне, выступив в Австралии, Новой Зеландии, Азии и Европе. Бросалось в глаза при этом полное отсутствие интереса к группе в США, где альбом Status Quo сумел достичь лишь 148 места. В 1978 Status Quo выступили хедлайнерами на фестивале в Рединге, выпустив альбом «If You Can't Stand The Heat» и синглы из него «Again and Again» и «Accident Prone». Следующий год они посвятили почти непрерывным гастролям, дав в Европе 28 концертов за 30 дней, проведя успешное британское турне, которое, как и предыдущие, завершилось на Уэмбли. В 1980 году в истории группы наступило относительное затишье, что повлекло за собой слухи о ее возможном распаде. Но, наконец, на прилавках появились сначала сборник «12 Gold Bars», затем студийный альбом «Jazz Opazin», из которого вышли синглы «Wet Your Proposing» и «Liz Don't Drive Me Car». Год спустя группа оказалась в числе первых лауреатов премии «Silver Clef Awards» за выдающийся вклад в развитие британской музыкальной культуры. После выхода альбома «Never to Lead» барабанщик Джон Кофлин покинул состав и был заменен Питом Керчером, участником «Original Mirrors». Примерно в то время в коллективе начались раздоры между с одной стороны Ланкастером, с другой Россией Парфитом. В результате в 1983 году басист Перри
перебрался на жительство в Австралию, формально оставаясь членом группы еще 2 года. После успеха альбома 1+9+8+2 Status Quo стали первой рок-группой, приглашенной на телешоу с участием членов королевской семьи. Здесь принц Чарльз объявил об открытии своего благотворительного фонда. Исполненная здесь вживую «Каролайн» стала очередным британским хитом группы. Группа выступила хедлайнером на рок-фестивале «Касл Даннингтон». После выхода альбома «Бег то бег» и новой серии хит-синглов, группа в 1984 году объявила о том, что прекратит концертную деятельность по окончании большого тура «End of the Road». Фрэнсис и Рик приняли участие в записи благотворительного сингла «Band Aid That Day No It's Christmas». Очередным хитом стал альбом 12 Gold Bars, а клип «End of the Road» побил все прежние рекорды по скорости распродаваемости. В 1985 году Status Quo выступили на фестивале Live Aid, исполнив «Rockin' All Over the World», которая стала своего рода визитной карточкой всего этого грандиозного мероприятия. Именно на концерте Live Aid Ланкастер последний раз появился в составе Status Quo. Позже он пытался судиться с группой, продолжавшей выступать без него, но Росси и Парфит защитили свои права на название и в 1986 году восстановили группу с Джоном Эдвардсом, Джеффом Ричем и Энди Бауном. Новый состав получил такое удовольствие от студийной работы, что решил изменить однажды данному обещанию и вышел в гигантское европейское турне, ухитрившись в какой-то момент дать концерты в 3 странах. В течение 24 часов альбом «In the Army Now» поднялся в 1-ю десятку. Синглами из него вышли «Rolling Home», «Red Sky», «In the Army Now» и «Dreamin». 1987 год ознаменовался всемирными гастролями группы и серией фестивальных выступлений, при этом Status Quo дали лишь 1 концерт в Великобритании. На юбилейном 25-м Рединском фестивале, частью европейского тура группы 1988 года, стал еще 1 рекордный концерт перед 300 тысячами фанами в Олимпийском. После выхода альбома Perfect Remedy было объявлено, что общий мировой тираж пластинок Status Quo превысил 100-миллионную отметку. Главным событием 1990 года для группы стало выступление на благотворительном фестивале Upward Music Therapy, собравшем 6 миллионов фунтов для фонда Music Therapy и школы исполнительского мастерства. Группа дала грандиозный концерт в Майнхеде, посвященный 25-й годовщине со дня собственного образования, после чего синглы The Anniversary и Olds поднялись в Британии до 2-16 места. Альбом Rockin' All Over the Years стал самым быстропродаваемым в истории группы. Только в Британии он разошелся тиражом более 1 миллиона экземпляров, став здесь 3-ды платиновым. Видео Rockin' All Over the Years возглавило видеочартс. В 1991 году Status Quo оказались в центре внимания на церемонии вручения Brit Awards, получив награду за выдающийся вклад в развитие британской музыки. Аналогичный приз ждал их несколько месяцев спустя на церемонии World Music Awards в Монте-Карло, где музыкантов чествовал сам принц Альберт. В музее Мадам Тюссо появились восковые фигуры Росси и Парфитта. Группа провела стадионный британский тур совместно с Родом Стюартом и на целый день оказалась в заточении, дав концерт для заключенных в тюрьме Пентонвиль. Выпуск альбома Rock Till I You Drop совпал с новым появлением группы в книге рекордов Гиннесса. Она успела дать 4 разных концерта, уложившись в 11 часов 11 минут. В 1992 Status Quo провели юбилейное турне, посвященное 25-летию со дня образования, завершившееся праздничным концертом в Бирмингемском Саттон-парке. Концерт был записан и выпущен как Live Alive Quo, из которого синглом вышел Roadhouse Medley. В 1993 году Росси и Парфит оказались на вершине списка уже литературных бестселлеров, как авторы книги Just for the Record. В том же году компания Royal Dalton выпустила подарочный фарфоровый набор в их честь. Год спустя группа дала благотворительный концерт в лондонском Royal Albert Hall и предоставила возможность футболистам Manchester United возглавить хит-парад с синглом Come on You Red S, обработкой Burning Bridges. Выпустив Thirsty Work, свой первый студийный альбом за 3 года, группа дала концерт перед 300 тысячами зрителями на берлинском Farewell Party, устроенном объединенными вооруженными силами Великобритании, Франции и США. В 1995 году Status Quo отметили серии триумфальных концертов на фестивалях в Европе и Скандинавии, записали новый альбом Don't Stop и выпустили книгу Quotographs, в которой были собраны более 250 фотоснимков.
сделанных Россией Парфитом. На концерте в Брикстон Академи группа исполнила весь материал альбома «Don't Stop» с приглашенными гостями, в числе которых были участники The Beach Boys, Брайан Мей, Мэдди Прайер, Стелла Испан и Тесса Найл, The Booking, вокалистка Эрика Клэптона. Концерт был заснят на видео, все средства, продажи которого были направлены в фонды благотворительной организации Нардов Рабинос Мьюзик Терапи. Альбом «Don't Stop» вошел в британские чарты на второе место. В 1996 году Фрэнсис Росси выпустил сольный альбом «King of the House». Всемирное турне 1997 года было прервано в апреле, когда Рилику Парфиту была сделана операция на сердце. В августе Status Quo вернулись на гастроли и довели их до Рождества, в какой-то момент пригласив к участию Пола Роджерса. В октябре вышел двойной сборник «Whatever You Want – The Greatest Hits». 28 марта 1999 года Status Quo выпустили новый альбом «Under the Influence», после чего вышли в поп-тур. В июне группа дала два больших концерта в Корее с Майклом Джексоном в помощь детям Косово, после чего вернулась в Европу, где продолжала гастролировать до самого Рождества 2000 в настоящее время. В 2000 году Status Quo выпустили альбом «For Mouse in the Last Century», вышедший с DVD. Вскоре после концерта в Шепердс Буш ударник Джефф Рич вышел из группы, его заменил Мэтт Литли, вместо Эндрю Бауна, объявившего о том, что должен находиться с семьей до конца года, в группу временно пришел Пол Хирш. Два года группа продолжала гастролировать в Европе, выступая на благотворительных шоу и фестивалях. 31 августа 2001 года умер Дэвид Уокер. В течение 13 лет работавший менеджером группы, на смену ему пришел Саймон Портер. Осень и начало зимы Status Quo провели в студии, записывая альбом Heavy Traffic накануне Рождества. Кроме того, вышла четырехтомная антология Queen Time 1972-2000. В 2002 году в состав вернулся Эндрю Баун. С ним группа записала альбом каверов Riffs. Успех сингла Jump Side Down ознаменовал очередной рекорд. Status Quo стали первой группой в истории, которая в течение 50-летий имела хиты в первой британской двадцатке. 13 сентября 2002 года группа была приглашена для выступления в юбилейной 200-й программе Top of the Pops. Jump Side Down, первый сингл из альбома Traffic, вошел в британские чарты на 17 месте и ознаменовал новый рекорд. Status Quo стали первой группой в истории, которая имела хиты в британских чартах в каждом из пяти минувших десятилетий. В 2004 году издательство CGV Camp Jackson выпустило Excess Solaris, автобиографию Росси и Парфитта, написанную ими в сотрудничестве с журналистом Миком Лоулом. Под тем же заголовком вышел и сборник Greatest Hits. В 2005 году Status Quo отметили свое 40-летие выступлением в легендарном британском телешоу Coronation Street. Этот концерт привлек к экранам более 12 миллионов телезрителей. 19 сентября 2005 года вышел очередной студийный альбом The Party Ain't Over Yet, из которого вышли два хит-сингла. Заглавный трек All That Counts Is Love. 7 ноября вышел DVD The Party Ain't Over Yet. В том же месяце группа стала лауреатом UK Festival Awards 2005 в номинации Best Festival Feel Good Act. В декабре 2005 года группа отменила последние 9 дат своего британского турне после того, как Рик Парфит попал в больницу с подозрением на рак горла. Тревога оказалась ложной, и в мае 2006 года полностью выздоровевший музыкант с группой выступил в NSC. Концерт их 40-й здесь по счету был заснят для DVD. 7 ноября 2006 года вышла книга Status Quo The Official 40th Anniversary Book, за которой последовал DVD Just Doing It. В декабре группа дала свой 40-й концерт на Уэмбли. 17 сентября 2007 года Status Quo выпустили студийный альбом In Search of the Fortune, которому предшествовал выпуск сингла Beginning of the End. Новый альбом под названием Quid Pro Quo вышел 30 мая 2011 года на лейбле Tesco Entertainment в Великобритании. В остальных странах альбом вышел 27 мая на лейбле Air Music и Dell. 17 декабря 2012 года барабанщик Мэтт Литли объявил о своем решении покинуть группу после 12 лет сотрудничества, а затем и вышел из состава после зимнего тура 2012. В марте 2013 года состоялся реюнион классического состава Status Quo и запись нового альбома. Этот проект будет существовать наряду с нынешним составом группы. В мае 2013 Леон Киев стал
стал новым барабанщиком Status Quo. 17 июня 2013 года вышел новый альбом группы и сразу же попал в британские топ-чарты. Дискография. Состав. Текущий состав: Фрэнсис Росси, вокал, соло, гитара, Рик Парфит, вокал, ритм-гитара, Энди Баун, клавишный, гитара, губная гармошка, вокал, Джон Эдвардс, бас-гитара, вокал, Леон Кейв, ударные, бывшие участники: Алан Ланкастер, бас-гитара, вокал, Алан Кей, ударные, Джон Кофлан, ударные, Джефф Зорски, клавишные, Рой Линос, клавишный, вокал, Пит Керхер, ударные, вокал, Джефф Рич, ударные, Мэтт Летли, ударные.